без которой мне не жить, тебе судьбу мою верши, тебе. Давайте волосы своими флорочками побьясную ножки. Это утро, то, что тебя разбудит, ну а четыре. Уважаемые магнитогорцы, вас приветствует глава города Магнитогорска Евгений Николаевич Стерчев! Здравствуй, магнитогорцы! Олимпийский огонь прибыл в любимую нами магнитку. С этой минуты мы становимся частичкой 22-х Олимпийских игр 2014 года. Спасибо, города, памятника, конечно, такого, как металлургу. Не было, научились уже справляться с этим. Она пройдет по цехам и производствам комбината, а так, конечно же, включая знаменитый сегодня стан 5000. Уже было какое-то, и закончит эстафета напряжение, как это все пройдет. Магнитогорцев, арене металлург. Ну, судя по тому, что эстафета, сейчас реально происходит праздник, я думаю, что пройдет хорошие дорожки. На высшем уровне, вот, я со своей стороны делаю все для того, чтобы эстафета Олимпийского огня началась отсюда и продолжилась в таком же духе. Добрый день, уважаемые магнитогорцы! Мне очень приятно присутствовать здесь на открытии, вот, быть первым. Вот, очень хотелось бы, чтобы олимпийский огонь зажег многие сердца наших детей, которые пойдут в спорт, будут добиваться самых высоких результатов. Поздравляю вас с праздником! Это наша Олимпиада. Болейте за наших спортсменов, чтобы они максимально реализовались и завоевали как можно больше золотых медалей. Ура! Ура! Наши хранители огня! Вот меня сюда подставляем. Подносим специальную свечу.